Управление культуры, молодежи и спорта администрации города Цхинвал готовится к проведению различных мероприятий. По словам руководителя управления Игоря Тасоева, они принимают участие во всех мероприятиях республиканского масштаба. Кроме этого, проводят разного рода культурные мероприятия, чтобы украсить летний досуг молодежи, горожан и гостей. Фестивали, концерты, конкурсы, еженедельный иронкаст, который традиционно проходит в Пионерском парке и собирает огромное количество почитателей национальной культуры. В настоящее время управление готовится к мероприятиям, приуроченным к годовщине признания государственной независимости Российской Федерации. Министерство культуры проводит вот этот добрый праздник, вот это доброе празднество, и, конечно, будет там то, что мы называем наследие предков. Это будет проходить Цунары. Там будет и, скажем так, то, чем богат наш город, гостеприимство, и обязательно будет легкий концерт. Мы к этому готовимся очень тщательно. В скором времени Управление культуры планирует провести концерт-фестиваль с участием артистов Севера и Юга Осетии. Многих мы знаем как с Севера, так и с Юга Осетии, красиво поющих. Но будет такая легкая, приятная задача, чтобы они объединились в дуэт, и может быть в трио, но не меньше, чем дуэт. И поэтому посмотрим, я думаю, что должно получиться весело. На территории нашей Родины вот это будет проходить, наверное, первый раз. И поэтому нужно к этому ответственно подойти. В связи с тем, что 2019 год в Южной Осетии объявлен годом Коста Хитагурова, Управление культуры планирует ко дню рождения великого поэта провести литературно-музыкальный концерт в селе Нар или Лаба. Фатима Чочева, Арнольд Харебов, информационный выпуск сегодня.